Лідія Руденко – актриса аматорського театру «Трансформер». Корінна донеччанка, мешкає з родиною в Миколаєві. У 2015 році разом з сім'єю була вимушена покинути свій дім. Лідія згадує, що до останнього ані вона, ані її чоловік не вірили в те, що доведеться змінювати життя. Поначалу так сложилось, що какие-то единичные доказательства, свидетельства, выстрелы ни о чем не говорили. Почему? Потому что, естественно, при мирной жизни не веришь, просто сам отказываешься верить, что это предпосылки, что это знаки чего-то. Да, мы слышали и об остальных городах, мы все это видели, мы переживали. Было очень тяжело, это был постоянный страх, постоянные эмоции. Та війна підійшла занадто близько. В один день рядом с нашим домом взорвались снаряды, погибли много людей. Он упал на дорогу, разбомбил машину, разбомбил троллейбус. И там погибли все люди, которые были. Это как раз меня очень впечатлило. Почему? Потому что вот как раз-таки в это время и в этом троллейбусе мы едем из садика с младшим сыном. И как так сложилось? Вот просто сложилось, что в тот день тогда нас не было. Рішення про переїзд вже не можна було відкладати, каже Ліда. До Миколаєва їх покликали друзі. Дзвонили друзі, але все слышно. Тогда вот просто стрельба и огонь. Я могла вийти, стоять на кухні і видеть, як вот так вот просто небо градами заслоняється. Вот. И они говорили, звонишь по телефону, тебе звонят, бух-бух, все дрожит, эти стекла. Ребята, пожалуйста, мы вам что угодно. Ну, вот эта поддержка огромная, вот правда, этих людей, потому что, я говорю, настолько теряется чувство реальности, не соображаешь, вот, не знаю, спрятаться, выжить, перестаешь быть человеком абсолютно. За словами жінки, в новому місті спочатку не все складалося. Важко знайти роботу, важко знайти житло, прижитися. Та найголовніше було важко навчитися почуватися в безпеці. Когда мне знакомая рассказала, что есть проект, ликбез для родителей проводится, да, вот будет такого-то числа презентация, приходи, посмотри. И я пришла, и презентовали там тренировку, коучи различных. То, что касается вроде детей и близкая мне тема, я понимаю, что вот они люди, вот здесь не говорят там о проблемах, о переселенцах, об одеялах там или еще чем. Вот они люди, вот они темы, вот он психолог, который бы хотелось бы видеть. И вот действительно этот, ну, такой знаковый момент для меня, вот там вот я раскрылась, я вот почувствовала эту жизнь вокруг, что что-то вокруг есть. Сьогодні Лідія присвячує своє життя вихованню синів, виступає в аматорському театрі, нерідко згадує Донецьк і вірить, що колись зможе повернутися в рідне місто.